Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, канал Куплинов Плей, продолжаем Киберпанк. Случилась небольшая техническая неувязочка, неурядица, совсем маленькая. Я в начале серии не включил запись и... чуть-чуть тут пропустилось. Короче, прикол. Я продал все оружие, которое у меня есть лишнее, продал весь мусор, сделал дополнительное задание в начале, там, типа, поесть, пожрать, поспать. И мне позвонил Такамура, говорит, приезжай ко мне, сейчас будет, короче, разговор. Типа, там, тыры-пыры, все дела. Прикол в том, что я этот разговор уже практически посмотрел, а потом смотрю, запись не идет. Думаю, что за херня такая, что происходит? Ну да ладно. Поехали еще раз к нему, он здесь, в принципе, недалеко. Кроме того, у нас есть дополнительные задания. Я нашел их, вот, пожалуй, здесь много дополнительных заданий. Одно я прочитал по поводу нашей машины. Типа, мы померли, и у нас забрали машину. Вообще ни с того, ни с сего. Теперь, чтобы ее заполучить, ее нужно будет украсть. Есть еще задание с драками. Есть завершенное задание. И есть какие-то заказы там на все подряд. Если что, вдруг посмотрим. Но пока мы идем по сюжету. Я напоминаю, что в прошлой серии нам вставили чип. Биочип, наночип. Чип, паночип, как угодно. Самый продвинутый какой-то там модный молодежный чип, который изобрела Арасака. Теперь он торчит у нас в голове. И в этом чипе живет Джонни Серая Рука. Серебряная, как угодно, как хотите. Он пытается убить нас, чтобы завладеть нашим телом и жить в нашем теле без нас. Мы, соответственно, этого делать не хотим. И пытаемся каким-то образом придумать что-то, с помощью чего-то этого мы можем, на самом деле, от него избавиться. А может быть и не можем. Посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Потому что вроде как на этих там картинках всяких, они типа вроде как вместе. Но по первой встрече он явно хотел дать мне пиздюлей. Поэтому я не знаю, что с ним хорошего или плохого. В общем, дело посмотрим. Посмотрим, не понял. Какое вот сообщение... Какое, блядь, сообщение, маму Эс? Идите нахер с вами сообщение. У меня, блядь, другая миссия. Нахуй мне их постоянно переключаете. Я иду к Юрину этому. Как раз... Отойди, пожалуйста, бугай. Фиксер предлагает вам купить машину. А это, кстати, нам предлагают купить машину за деньги, представляешь? То есть у нас есть своя машина, мы типа должны ее своровать, хотя это наша машина, мы должны ее просто себе вернуть. А нам предлагают еще одну купить за деньги. Ебануться. Ебануться. Здравствуйте, Такамура. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Ну вот, что ты хочешь? А зачем мне помогли? Ну, я, в принципе, прощёл то же самое, ладно. Ты был нужен мне живым. И сейчас тоже. Дело все в биочипе совершенно верно. Дело в биочипе? Поэтому вы звонили? Да. Я слышал, что он испорчен. Если его извлечь, это может обернуться для тебя смертью. У Вика слишком длинный язык. И золотые руки. Без него бы ты умер. Так, что ты хочешь? Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала, скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин Паркер — это бабень, который давал нам задание спиздить чип. Она в интимных отношениях с Юринобу Арасакой. У нее есть к нему подход. Я сам хотел бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от чипа. Я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Да он пиздатый парень. Он спрашивает, где мне ее найти, а потом говорит, что она уже далеко. Ну так я тоже не знаю, где ее найти. Вот и все. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с чипом? Ей помогает корпорация? Я вообще без понятия. Но она сказала, значит, как-то может. Ей же нужно его продать. Все логично. Эвелин много знала про чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев. Забыли? Так, я пойду, короче говоря. Простите, что не смог вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Ви, подожди. Ты нужен мне. Юринобу Арасака должен ответить за отца убийства. Ищите справедливости? В Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Юринобу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какому-то наемнику?
У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. А если я откажусь, во-первых, я этот вариант не тыкал, давайте посмотрим. А если я откажусь? Я скажу, что тебя ждет, если ты мне поможешь. Ну, окей. Так мы что, такие зайдем в Арасака Тауэр и объявим всем, что Юринобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сам. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Политика. Так, а какие люди, скажи, пожалуйста? Кого конкретно сейчас вы имеете в виду? Есть люди, которым важна Арасака. Те, кто заинтересованы в развитии корпорации. Вы говорите про Андерса Хельмана? А откуда ты о нем знаешь? Я же готовился к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андерс Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Внезапные новости прервали наш умопрочительный интересный разговор. Короче, он хочет убить сына Арасаки. Куда ни плюнь, везде Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори! Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Я просто раз нажал успокоить, сейчас не буду нажимать. Слушай. Нет, это ты слушай, бычара. Такие, как вы с ним, разрушили нашу страну. Отобрали у нас землю, работу, нашу честь, блядь! Я тут хозяин, я решаю, что и как. Допивай свой чай и уматывай. А, блядь, это поинтереснее. Уделали нахуй. Да, ты как думал. Все, ты здесь не хозяин, не выебывайся. Мне надо все обдумать. Спасибо за предложение. Я подумаю и перезвоню. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. С чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. Да, два варианта, у нас два. Для начала я попробую поискать Эвелин. Если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да, только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Юринобу Арасака бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Ну, есть и запасной, правда, там пацан меня не знает, но ладно. Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его. И он решит проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он... Как это говорится? Как камнем, как в воду канул. Куда он сбежал? Сбежал? Куда? Его приняла какая-то другая корпа? Насколько я понимаю, он действовал один. Хорошо все спланировал. Не оставил никаких следов. Как думаете, куда он сбежал? Не знаю. Так, а зачем ты его искал-то? А зачем вам, Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Юринобу.
Хельман хорошо знал их обоих, поэтому он может быть ценным свидетелем. Крысы громко пищат, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб посмертия. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Бестия? Бестия это же... Я сегодня, когда комментарии смотрел, я проматывал серию. У нас мало времени. Да заткнись ты уже, пожалуйста. Больше его не станет, если ты будешь постоянно меня перебивать. А Бестия — это девка, которая была с нами на ограблении за Джонни Серую Ручку. И как бы она, получается, выросла вон куда-то в этот. Так, принадлежность за пиджака, вы не знаете, как говорить. Вы работали на Сабура. Этого я уже не видел, если что. До сих пор не знаете, как говорить сильными мира сего? Она не хотела иметь ничего общего с тем, кого называют убийцей Сабура Арасаки. А ты-то, блядь, какой убийца? У много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Ты ей так в лицо и сказал, да? Так не надо лицо людям говорить, если хочешь от них что-то добиться. 100%. Я не могу здесь больше оставаться. Найди. Ты можешь делать, что хочешь. Ну, поехал, блядь. Паркер. Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Давай, давай, когда удачи. Люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Короче, тогда он... До связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Прикол вот в чем. Ебать, ты ворвался! Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. Чхуел, что ли? По крайней мере, Бестия еще жива. Нормально. Так, а ты давай-ка от меня отъебись, товарищ в очках. Отъебись уже от меня! Как я попал. Чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. А как мы, телепатией будем общаться? Чего ты доебался? Что, не можешь простить мне ту ночь? Да ты дурак, ты чуть не убил, меня убить! Хотел, но больше не хочу. Я все взвесил и передумал. Иди в пизду, урод! Сейчас он тут подумает, что-то ему. Каково было мне. Ты проснулся на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с Бестии. Я ее 1000 лет знаю. Да? Серьезно, что ли? Не, ну с таким раскладом как бы да, можно. Хотя, с другой стороны, он же лох, ебано, бля, будет наябывать меня, понятно? Он такой, типа, прикиньте, такой добрячок. Ну ты как, готов? Заткнись. А он будет таким прикидываться добрячком, типа, ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви, я сейчас тебе помогу, дра-та-та-та-та. А сам будет тихаря там планы свои паутинные, сука, эти, клепать нахуй шить, ты ясно, призрак понятно. Прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь Бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль — это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видел твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Бать ты, сел, блядь. Нормально, нет, нахуй? Нет никаких нас. Не, ну это зря, надо было воспользоваться помощью, пока есть момент. Так, ладно, вечный сон задание обновлено. Осмотреть Лизис в поисках Эвелин. Позвонить Джуди, давайте позвоним Джуди. Кто есть Джуди? Вот Джуди Альварес, Альварес. Так, звоню Джуди. Эй? Да. Это ты? А, это наше, это, кино нам показывало. А я думала, ты умер. Воскрес! Так, а нужно поговорить с Эвелин. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ну почему не будем? Знаешь, мне же надо. Она? Я тебе что сказала? Не спрашивай меня. Точка. Ну что тебе, блядь, жалко, что ли? Я не пойму. Давай встретимся. Давай, может, встретимся и поговорим, а? Ты в Лизис? Вон там. Кого? Чего вон там? Встретиться с Джуди.
Это он мне сказал вон там, что ли? Так, какие-то дополнительные задания... Блядь, задания приходят сами по себе, вообще не понимаю, где они. Так, уровень угрозы средний... А, кстати, я вот еще что хотел... Ой, здрасте, я переехал. А, я вот еще что хотел. Я хотел уровень сложности поставить, наверное, нормальный, пока мы не войдем в нормальный какой-то билд, в какую-то прокачку, и не сможем уже на равных тягаться с кучами противников, потому что сейчас мы просто ебут. Я не буду пока убавлять, но мы посмотрим по, так сказать, ситуации. Так, на перепутье. Значит, будешь искать тело, которое начало этот ебаный цирк, и все, потому что никому было тебе объяснить, сколько тупо брать такие заказы. Это он мне, что ли, пишет? С другой стороны, теперь я здесь... А, да. С другой стороны, это мне теперь Джонни, получается, пишет в голову, нахуй, вот эти письма. Или это его мнение по поводу заданий. Я уверен, что этот след ведет в тупик, но до тебя же хер достучишься. Может, у Эвелин это получится. Она очень сильно не хочет, чтобы ее нашли, судя по всему. Логично. Так, ну в перепутье я не буду использовать пока что. Это уровень угрозы высокий, там сейчас пизделей, наверное, наварят. Так, а ладно, где моя тачка Чумба? Давайте украдем себе тачку, чтобы можно было хотя бы ездить. Жизнь останавливается, когда человек умирает, постепенно все забывает, что он вообще когда-то существовал на этом свете. Бла-бла-бла, короче, твою тачку отбуксировали. И знаешь, что я думаю, лучший способ увидеть мир, что ты еще жив, это вернуть свою машину. Возможно, не самая амбициозная цель, но для мелкого Маришки в самый раз. Я согласен. Давайте заберем мою штачку себе обратно. И тогда уже спокойно будем кататься по городу на вот этой нашей охуительной машинке. Может быть. Ой-ой-ой, спокойно. Может быть, ее можно будет прокачать, быстренько пере... А чё не бежим-то? Быстренько перебегу. Блять, опять сохранится... Опять не сохраняется нихуя управление. Меня это так напрягает, вот серьезно. Кто-то пишет про то, что типа настройки, 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 настройки. Я не специально, здесь нихуя не сохраняется управление. Вот, а, подожди-ка. Какой, блядь, правый... Ну да, оно не сохраняется. Оно не сохраняется, потому что оно не сохраняется. Вот я применил, вот левый shift теперь мне отвечает за то, чтобы я бежал... Да, все. Только по нажатию. Это хорошо. Потому что без этого... я не люблю, когда ты нажимаешь shift, и он бежит. Не люблю переключения. Люблю нажимать тогда, когда мне нужно. Поэтому давайте побежим. Хотя можем пешком прогуляться, чего бы нет. Здесь так шумно, так грузно, кто-то везде орет. Так, спокойно, ждем. А что ждать-то? Некогда нахуй. Некогда нахуй. Постойте. О, все, да, вот я на зеленый прошел. Все хорошо. Люди, кстати, тоже пропали, значит, он тоже прошли. То есть мне просто ее забрать, что ли, нужно? Или прям своровать? Написано забрать свою машину из гаража. Но в задании было написано спиздить. Кто прав, непонятно. Так, где моя машина? Не понял. Это моя машина? Это не моя. Бля. А! Вот она. Ну, не похоже тоже на мою. Вообще она летает, конечно. Я не знаю, стоит ли ее забирать. Это вот стоит на полу, а это как-то летает. А, нет, это такой обман. Нет, она летает. Ладно, хуй с ней, поехал. Здравствуйте, блядь, добрый день! А что случилось-то? Джонни, ты видел? Что-то тут не так. А что, все не едет? Да, ты думаешь? Да я не про аварию. Чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия. Вот что странно. Выйти с разбитой машины. Да ладно, в смысле с разбитой машины-то? И чё, всё? Прочитать сообщение от Деламейна. Деламейн. Так, открыть сообщение. Деламейн. Где он, блядь? Вот, Деламейн. А, вам мистер Уэллс. Уважаемый мистер Ви, ставлю вас в известность, что тело мистера Уэллса доставлено в клинику мистера Виктора Вектора в соответствии с вашими указаниями. Хорошо. Вам полагается компенсация. Приносим наши глубочайшие извинения по поводу дорожного происшествия номер такой-то от лица корпорации Деламейн. Приглашаем вас в наш головной офис для оценки причиненного ущерба и выдачи компенсации. Прекрасно. Согласен. Добраться до офиса Деламейн. А, прям здесь, что ли? Подожди, я реально не доеду? Пиздец. Ну, мне дадут, наверное, какое-нибудь говно. Типа, мою тачку-то вряд ли смогут полностью заменить. Моя тачка хороша. А сколько здесь до конца-то? Можно полностью писать? Без тачки не очень хорошо перемещаться. Приходится бежать. Бежать постоянно. Так, 1,4 километра. А есть карта здесь какая-то? Мэ так... Ой, блядь. Ой, блядь. А чё так много-то всего? А что ж так всего много-то прям? А это что такое? Второстепенное задание, уровень опасности очень высокий. Уровень опасности высокий? Тогда подожди, да не надо, это слишком опасно для меня. Так, а уровень агрессии очень низкий. Так оно же выполнилось. Или оно будет висеть теперь, пока я не выполню компенсацию. Они, наверное, связаны, да? Ладно, тогда пойдемте пока в кукольный домик. Это имеется в виду по основному заданию. Немножко пройдемся вперед. Пройдемся, посмотрим, что куда, что как. Немножко войдем во все вот это вот дело, а потом уже можно будет и по второстепенным, если они интересные, побегать.
Потому что я не уверен, что они могут быть все интересны. Ебать, у тебя штаны модные. Не уверен, что они будут все интересны. Хотя, сколько там игру-то разрабатывали? Лет 40. За такое время, наверное, можно было наделать много интересных заданий. Какие-то сломанные ходят, блядь, что с ними? По-моему, здесь люди ходят как-то один за одним, постоянно одни и те же. Кто-то сломанный, кто-то не сломанный, кто-то маленький, кто-то большой. И как бы они особо не меняются. Это прям вообще нехорошо. Что там, блядь, за реклама такая страшная? Это прям плохо, я бы сказал. Но мы хотя бы днем ходим. Не знаю, мне ночью Night City, казалось бы, да? Он мне совершенно не нравится. Не люблю я, чтобы ночью вот это все. А вот днем прям красиво чувствуется, знаешь, свобода какая-то. Воздух свежий почти. Ну, блядь, подумай. Это пар, просто испарение дымит. Это отработанные пары, они безопасны, 100% отвечают. Я не гарантирую, но пусть будет так. Просто мало ли там их уже очистили, это просто вода будет. Ну, чистая вода, знаешь, если взять кислоту и закинуть в нее щелочь, по итогу там будет, по-моему, просто обычная вода и какая-то хуйня. Вот это обычная вода. Так, Хайви и Отсон наконец-то открыли. Что это значит? Смотри пару слов у твоих соперников. А, иди ты, блядь, это который драчун. Драчун, который говорит мне, пойдем драться. Я пока не хочу ни с кем драться, пока ничего не умею. Здесь вроде как, если я не путаю, потому что я прочитал скиллы. Здесь можно сделать чуть ли прям не какого-то ББшника, ну то есть ближнего бойца. То есть катану, биту, что-то такое, и хуярить прям по ним, бегать и убивать всех подряд. Но мне кажется, это будет слишком сложно, потому что как бы люди-то стреляют, а мы что, блядь, с этой секиркой тут наделаем? Это не очень хорошо. Поэтому я все-таки предлагаю остановиться на... Чтобы закрыть эту завязку расследования, заберите ценные вещи. Не понял? Не понял? Так, ладно, хуй с ним. Так, пацаны, спокойно. Отдайте, пожалуйста, мне ценные вещи. Хорошо. 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 Так, я обезврежу. Воу! Обезврежу. А можно что-то вот с вами сделать спокойно? Так, взлом протокола. Давайте сделаем взлом протокола. Вызвать массовую уязвимость 1C, 1CE9. Хорошо. Так, 1C... 1C, E9. Без проблем. И 1C еще до кучи. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, сюда, это не то, это там. Сделал. Что это такое? Так, электричный раз. То есть они теперь должны быть поюзвимы, и им получше должно... Нихуя ты бегаешь! Так, мы возьмем дровичок. Спокойно, нахуй. Спокойно, нахуй. Дробовик их с ног сбивает. Красиво вообще. Кто стрелял? А, вижу, все окей. Ну я тоже бегу, как в этом. Типа, если ты бегаешь с таким дробовиком, тебе нужно бегать быстрее. И чем быстрее ты бегаешь, тем лучше у тебя подходит дамаг, там, защита больше и все вот это вот. Так, взять все. Взять все, это надо было зажать, хорошо. Ну, подбираю зеленый лут, белый труд не буду. Хотя, в принципе, можно пока все брать. Потом в любом случае пригодится, продадим. Так, я надеюсь, никакой милиции сюда не приедет, потому что я заступался за честного гражданина, который уже съебался. А, нет, вот он сидит. Здравствуй, честный гражданин, как твои дела? Я, между прочим, всех спас. И тебя в том числе. Так, это мое. Это мое, компенсация получается за причиненный мне ущерб и вред. Так, где тут? Ох, ебать, красавчик. Так, спокойно, алло, бля, зеленый лут, куда пропал-то? Нельзя зеленый лут просто так оставлять. Опа, вот и все. А вот теперь поехали. Не знаю, чья это машина, но мне она так понравилась. Да что ж такое-то, бля, кругом зеленый лут. Ты издеваешься надо мной? Дай я возьму. Дай, слезь. Слезь, пожалуйста, Нельзя оставлять зеленый лут, он очень редкий. Он гораздо реже попадается, чем обычный белый. А, серьезно, что ли? Она тоже дробовичком? Я тут зеленый мотоцикл. Нихуя, зеленый возьму, наверное. Ага. А теперь моя выстрела. Все, пока. Да ладно, Сереж, хорош. Вот и все. Вот и все прекрасно. Еще не все? Играет музыка, вот здесь кто-то... Так, это кто нахуй? Кто такие, блядь, я спрашиваю? Ух, как сильно хуярят. Да откуда вас здесь столько, еб твою мать? У меня есть какая-то зеленая ружка, 100% из этого уже отвечаю. Но пока что без нее. Ебать хорошо. Спокойно, уходим. Мой любимый цвет кроваво-красный!
Прекрасно, прекрасно. Пойдем, я тебе его покажу, пошли. Полиция незаконной деятельности. Если вы не остановите, полиция объявит вас в розыск. Но я еще чуть-чуть. Я прям совсем маленько еще осталось, прям чутка. Все, я остановился, нормально. Все, отлично. Зато я сделал полезное для общества дело. Избавился от всяких ублюдков. Красота? Замечательно. Засчитали, нет? Ну, по крайней мере, пропало. Так, я поеду на зеленом. Ты нормальный? Ладно, все, сиди. Поеду на зеленом, он прикольный смог. Ух, нихуя у него звук. Иди, пожалуйста. Блять, извини. Я вообще не специально, я тебе серьезно говорю. Я просто ехал по своим делам. Так уж случилось, что вот так приключилось. Вон там. Да, я вижу, вижу. Фу. Так, где стоянка для моего классного мотоцикла, я не понял. Так, здесь бомжи трутся около входа. Пойду поставлю, наверное, кого-нибудь вон туда. Что, он заглох? Бля, колесо сломалось. А что случилось? Ну пиздец, уже сломался мотоцикл, что ли? Что не так? Давай, блядь, корыто ебаное. Кусок говна, блядь, а не мотоцикл. Дай-ка я его убью. А что, нельзя здесь? Ладно. Эй, здесь, блядь, нельзя. Кажется, я тебя уже видела. Да, мы уже встречались, я приходил сюда. Ну что? У меня хорошая память на лица. А, здесь после пяти, да, только? Бля, после пяти. Мы сейчас закрыты. Да, понял я, не пизди. Так, ждать здесь нельзя вроде как. Подождать. А, нет, можно здесь ждать. Сколько сейчас времени-то? 12:20, они открываются в 5. То есть, получается, 5 часов? Ну да. Не понял. Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. Спасибо. По лестнице вниз. Да это я знаю, я уж ходил. Я скажу Джуди, что ты к ней. Скажи, я не против, скажи. Только скажи. Только без глупости, а то я... Хорошо, да? Хорошо, я не глуплю, мне это эй, не эй, надо. Давай еще раз. Что конкретно тебе от нас надо? Я собираю все вот эти записочки, чтобы потом посмотреть, что у них есть что-то интересное. Как-нибудь зачитаю, может быть, даже сегодня не все, но те, которые относятся к лору, а не к описанию чипов, как правильно мыть попу и прочее вот это вот. Нужно только то, что касается непосредственно того, к чему и каким Джуди образом вообще этот пиздот здесь образовался. Эй, куда собрался? К там Джуди. Ничего интересного пусть нет. Идет, это друг Джуди. Конечно, конечно, здравствуйте. Вот это нормальность, вот это умный молодой человек. А это что-то, блядь, несет хуйню какую-то. Куда собрался? Куда собрался? Бабулью. Собрался туда, куда мне сказали, куда я иду. Так, это, Джуди, давай, может быть, сначала кинцо попалим какое-нибудь новенькое, а потом уже займемся вот этой всей хуйней. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? Раз тебя так заботят левые люди, займись вон своим гостем. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Ну, здорово. Кто у нас тут такой настойчивый? Я? Ты же знаешь меня. Нам больше не о чем разговаривать. Так, а это я кто? Я ясно выразилась. Нет, это кто? Я просто или решил узнать, что за хуйня. Намек был слишком тонкий? Очень тонко прорвался по дороге, я не заметил. Это Сьюзи довольно пробивная дама. Ваш босс? Ты что, специально пришел выяснять, кто есть кто в шельмах? Ну, может, я устроиться к вам хочу, что-то доебался до меня. Так, о чем вы спорили? О чем вы спорили? А, в кого ни плюнь, все живут в каком-то своем мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал? Я просрал? Охуели, что ли? Охуели, что ли? Хочу узнать, кто ее нанял. Мне надо узнать, на кого она работала. И это все? Ну да. Это все. Джуди, клянусь тебе чем угодно, я ничего ей не сделаю. В этом просто нет смысла. Ладно. Она тебе сказала, ладно, что ли? Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелин, когда ее найдешь. Спасибо. Мегабашня. Статусное место. Все? Типа мы обсудили все, что могли обсудить? Хорошо. Так, а что у меня по сообщениям? Тут, блядь, что-то сообщение мне много так написало. А решил забить, за идиотку держу, чуть зря нанимай охрану, пока можешь. Так, Мередит Стаут, если я ничего не путаю, это та баба, которая должна была помочь нам с покупкой и воровством дрона из-за задания про ограбление. Но мы ее на нее хуй... Я не специально, я думал, так нужно. Так, машины в продаже. Это по поводу продажи, хуяжи, стрижка когтей. Что это такое вообще?
А, это заказы от Реджины Джонс. Это наше задание-датель. Хорошо. Хорошо, понял. Так, а работу ищу, но это попозже. Это мы прочитаем, если вдруг нам это нужно будет. Эвелин Паркер. Ответ, ты тут, нужно поговорить. Это я? А давай это, ты тут напишу ей. Может быть, ответит. Джеки Уэллс. Джеки Уэллс, это тот, который все. Не пишешь, значит, Даня, окей, напиши потом. А потом уже нельзя, все. Ну, блин, действительно, где там застрял. Так, мама Уэллс, кто такая мама Уэллс? Вина, она поговорит, возьми трубку. А, мама Уэллс, это мать Джеки Уэллса. Разбирал вещи Джеки и кое-что нашла. Думаю, он хотел бы, чтобы это досталось тебе. Оставил твои, у двери твоей квартиры. А я ничего не находил. Сообщение не доставлено, телефон получается выключен, находится внизу действия сети. Хорошо. Это чтобы не висело у нас внизу куча сообщений, чтобы нам оно... Стой. А? Что такое? Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Ну, скажу, наверное, ладно, я позвоню тебе. Окей, я тебе позвоню. Хорошо, что сказала, то позвоню. Спасибо. Да ладно, что ты? Мне не сложно, спасибо, как бы. Что, блядь? Что? Кукла. И почему я не удивлен? Что значит кукла? Тренграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака? А почему бы и нет? Поехали, что там? Смотри, уже сдружились. Уже сдружились, все нормально, все хорошо. Ну а что, ну сраться, ну никуда от этого не денешься. Что теперь хуесосить друг друга 24 на 7? Нет, давайте просто попробуем привыкнуть к этой хуйне. Так, что, поговорить можно? Клуб закрыт. Что это закрыто? Тебе никуда не пора, малыш? А что, так не хватает одного кольца, чтобы с ней поговорить? Так, что случилось? Чего? Скажи, пожалуйста. Не знаешь, что с Эвелин Паркер? А я-то тут при чем? Джуди тебе вроде все сказала. А ты следила, что ли? Да, но ты же босс. Можешь знать больше. Эвелин уже давно распрощалась с шельмами. А что делают те, кто не из шельм, меня не колышет. Ну хорошо, как дела? Как жизнь? У вашего клуба, наверное, солидный доход. И такие же расходы. А ты что, хочешь вложиться? Нет, удивляюсь вашей деловой хватке. Мы заняли этот бар много лет назад. Каждый день удивляюсь, что он все еще стоит. В общем, пока справляемся. Ну и хорошо. Только не ругайся там, ну. Слышал, вы помогаете девушкам с улицы? Это старая история. И довольно кровавая. Как и многие другие истории. Это когда было? Когда тигриные когти убили одну из ваших, и вы устроили восстание? Она была не первой, просто раньше все терпели. А тут терпение лопнуло. На улицу вышли все, не протолкнуться было. Девочки, сутенеры, фрики, да хера народу. Так и получились шельмы. Но это было давно. Теперь мы работаем за бабло, а не за спасибо. Я не могу помогать всем, надо заботиться о своих. Шельмы прежде всего. Ну и хорошо. А как от тебя выйти? Как это? Как? Просто уйти? Так, ладно. Давай я отойду от тебя. Спасибо. Это... Да как? С? Как выйти из диалога-то? Что мне нужно с тобой сделать? Он теперь по умолчанию будет около него включаться, что ли? Да как, блядь, это как? Что? Что это было сейчас? Я не понимаю, как мне уйти из диалога. Все, ладно. Я... Да, не звони мне, пожалуйста. Ты же не к Эвелин пришел, а за Виктами Джуди? Да? Нет. Модные штуки. Сама так, подожди, к тачку-то я проебал, что ли, получается? Да, блядь, почему? Алло, алло! Меня зовут мистер Хэнс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я... Хорошо. Ну? Не слышу, приятно познакомиться. Наше знакомство – честь для меня. Нужна будет работа. Звони. О, заработал мотоцикл. Хорошо. Заработал так прекрасно. Так, ну давайте, смотрите. Если у нас сейчас есть мотоцикл, можем, в принципе, быстро доехать. Давайте... А, там уровень угрозы высокий. Тогда не поедем. Я хотел, типа, тачку взять. Вообще, нам бы неплохо было найти торговый автомат и продать хуям все свои ненужные пушки. Потому что, скорее всего, опять потом все переэтывается, перегрузится, я не смогу ходить. Тогда будем выбрасывать, ладно. А вон там вот тихо торговый автомат стоит. Или он наверху. Я по карте смотрю, он если коробка, значит, это, скорее всего, торговый автомат. Продадим в любом случае, нам это все не надо.
И надо будет реально решить, может быть, все-таки в рукопашку пойти, а не в стрельбу. Но все-таки я думаю, что рукопашка это слишком сложно, лучше уж все-таки в стрельбу и в нормальную. Нормальную, стреляем, хуй, вот как сейчас было. Какой тут, разве тут помог бы нам какой-нибудь стелс? Ничего бы нам, извините, пожалуйста, но вы нарушаете правила. Никакой бы стелс нам тут не помог. Мы бы спокойно просто ползали, что-то там нас любом бы спалили, убили. А так мы зашли, просто два раза в голову дали, и, пожалуйста, проблема решена. Виновники наказаны. Те, кто не виновен, спокуха. Да алло, Вакаката. Спокойно. Давно тебя не слышно. Вакака Акада, госпожа и хозяйка Вестбрука. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться за Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. И твой друг. До связи. Хорошо, спасибо, ладно, попозже. Так, блять, мудила, ты сломал мой мотоцикл? Тихо. Воу, блять, ты куда? Вылетел. Практически сломал мне мотоцикл, так назад. Не заставляй себя долго ждать, Ви. Они типа постоянно мне свои звонки дублируют в смс-ки, чтобы это, скорее всего, уходило мне в задание и в этот. Так, не сюда. Не сюда. Но это на самом деле немного напрягает. Оно вот так вот будет висеть и висеть, висеть и висеть. Сколько оно будет висеть? Это я сейчас сделал небольшую пробку и маленькую аварию. Что это, блядь? Что это? Бля, жалко воровать можно, конечно, но потом за меня полиция будет гоняться. Это нехорошо. Так F5, кстати, говорю. Тут вроде работает автосохранение, но про это F5 забывать ни в коем случае не надо. Как-то, блядь, непонятно, здесь дорогу устроили. Ну, мотоцикл вроде посвободнее как-то смотрится, чем на машине. Мотоцикл ты хоть какая... Заплатишь. Нет, я не плачу за эту хуйню. Максимум моя страховая, я тут вообще не участвую. А на мотоцикле как... Что такое здесь? Что там за люди такие? Не понял. Добраться до мегабашни N8. Так, хорошо, ладно, спокойно. А что такая мегабашня N8? Вот, сюда можно торговать, нет? Да, можно, смотри-ка, можно торговать. Так, а значит, по умолчанию есть тут снаряжение, не снаряжение? Нет, тогда просто продаем. Блин, надо было, подожди-ка, надо проверить сначала. У нас, возможно, что-то будет лучше гораздо уже, чем наше вот... А где мой... Я продал все-таки свой пистолет, да? Охуенно. Охуенно. Так, а урон в секунду. Урон в секунду, лучший пистолет какой? Вот этот вот желтенький. 108 единиц урона в секунду. Ну, пусть будет. Пусть будет желтенький. Так, модификации есть, насадки какие-то? Не, пока не буду насадки ставить, все меняется каждый раз. Так, здесь по дровяку ничего лучше нет. А по этой винтовке есть вот такая вот штурмовая, без проблем. Окей, все остальное можно продавать. Давайте продадим, что тянуть. Продать, говорю, Арон, R. Какой, блядь, ты что, R продать? Нажимаю R, вот, пожалуйста. Так, тогда, значит, а вот это все, что надето, это я все продаю. Желтое продавать не буду, потому что я не знаю для чего, но, возможно, для чего-то оно сгодится мне. То, что у меня надето, выделено синим цветом. То, что желтым я тоже не продаю, пригодится мало ли чего. Окей, вот так вот. Так, продать мусор Джей. Я его собирал? Да, продать. За 760 чего? А что там за мусор такой? Испорченная покерная фишка. Мусор карты. $3. Возможно, в этой безделушке докроется древняя магия. Серебряный каф. И мусор. За 750, нихуя себе прикол. Возможно, это была, ну, типа, награда вот за то, что этот квест сделал. На. А в чё вы играете? Ага. Чё за игра такая? Твоё дело простое. Продавать товар, забирать деньги и ничего не выдумывать. Спасибо. Это что, сложно? Это непонятно. Скидки, блядь, будешь делать, когда заведёшь своё дело. То есть, никогда. Не буду в эту хуйню лезть. Не буду в эту хуйню я лезть, мне это не нравится. Так, а почему я еду домой-то? А, в облака, все, окей, мы едем в облака. Здравствуйте. Ой, ёпта мать. Вот это, блядь, реклама, нихуя прикол, нормально. Вполне себе. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Это монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Какие когти? Тигриные когти, считай, филиал Арасаки. Интересно.
Все корпораты играют грязно. Но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп бандам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительного? Ну, я так всегда делают. Если Эвелин хотела спрятаться, тем более это Тарасаки, тут не лучшее место. Не хочу показаться грубым, но я все это вру. С чего ты взял, что Джуди врет? Это называется интуицией. Знаешь про такое? Знаем, да. Да, так называется, но не пользуемся. Которая позволяет уверенно пиздеть. Все? Какие у них, блядь, интересные диалоги, я прям не могу. Диалоги у них просто потрясающие. Очень, а даже проработанные, ой, очень прям замечательные. А главное, сочные, знаешь, сочные и насыщенные диалоги. Очень мне это нравится. Вот эта часть игры пошла гораздо веселее, чем то, что было до этого. Здравствуйте, мадам, мне нужна... Ой. Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. А ты охуела меня не авторизованно сканировать-то? Терминалу. Слышишь, я тебе сейчас подключусь, блядь. Через личный порт, во-первых, небезопасно, мало ли кто до меня подключался. Подключаться через личный порт небезопасно. Если вирус попадет мне в ядро, придется раскошеливаться на новую руку или ногу. Ясно, блядь? Нам нужны данные из ядра, чтобы подобрать для вас куклу. Не нужна мне кукла никакая, нахуй, мне нужна это. То есть биометрический скан? Верно. Если что-то пойдет не так, вы сможете подать жалобу, но такого еще не случалось. Так, подожди-ка. А что тут работает, ну-ка расскажи. Как тут все происходит? Моторными функциями куклы управляет алгоритм. Он превращает данные вашего профиля в ощущения в реальном времени. Поведенческий чип также блокирует воспоминания куклы о проходящем сеансе. То есть она ничего не будет помнить? Если я скажу «да», сеанс покажется вам бессмысленным. Только от вас зависит, насколько рискованно в нем участвовать. Хотите сказать, это не опасно, но риск все-таки есть. Что-то вроде того. Главное, он будет не таким, как вы ожидаете. Воу, а вы меня заинтриговали. Так, ага. Я ищу Эвелин Паркер, она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Ну, типа я не клиент. Подожди-ка, а там что будет-то? Как не клиент-то? В смысле, секунду. Я хочу только поговорить с ней и все. Вам не о чем беспокоиться. Кукла поговорит с вами о чем только захотите. Так мне надо с ней поговорить, а не с куклой. Ёбаный тебя в рот. Чё там? Прости, она сказала что-нибудь полезное? Вообще ни капли нахуй. Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. Ну, это логично. В принципе, да. То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Типа будет помогать. Ну давай, давай. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слово. Посмертие самурай. Пусть будет самурай, оно как-то проще. Самурай. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Что это за загрузка такая охуенная? Так, поиск пары. Буря, богиня, скай, селеста, солнце, шторм, ливень, мистраль, ангел, лазурь. Сейчас одна какая-то останется. Скай или ангел? Два совпадения. Интересно. Очень интересно, да. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Все так говоришь, кто да? Кто вам больше нравится, ангел или Скай? Так, а кто из них кто-то?
Что-то... Ангел это слева, Скайста, да, ангел, давай. Думаю, я возьму ангела. Полностью поддерживаю ваше решение. Я ничего не перепутал? Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. С ангелом, окей. Так, 500 евро до... Ну, хорошо. Ну, я зарабатываю сейчас неплохо, оружие продаю. Вот, пожалуйста. Надо посмотреть, просто что предлагают. Оплата успешно прошла. Они опять этими искрами, бурями, да, сплощают. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Так, подожди, ангел, а что будет на сеансе? Ангел ждет вас в шестой кабинке. Можете отключиться. Все? Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Ну, без проблем, ладно, так и быть. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы ты нахуй, Джуль? Облака — одно из самых безопасных мест в Найт-Сити. Так, положите оружие. Спасибо. Желаю зайти в кабинку номер 6. 18+, хорошо. Ну тут сейчас вся эта сиська-писька-то будет закрыта, поэтому я не особо паникую. А если будет открыто? Тогда я паникую. А ты у нас, оказывается, извращенец. Да почему я-то? Это из-за тебя все. Вот избавлюсь от мозгового паразита, сразу выбор станет больше. Подожди, это типа эти куклы выбирали, с кем, кто будет со мной, или как вы для меня конкретно подбирали? Винсент, правильно? А, я перепутал. Я ангел. А! Ангел. А, ангел! Все логично, я перепутал. Так подожди-ка, тот, кажется, кто слева... у тебя был тяжелый день. Садись, отдохни. Я знаю, что поможет тебе расслабиться. Ну давай, рассказывай, ладно, хуй с тобой. Помоги мне расслабиться. Только это, только без рук. Рассказывай, чуга. Итак, Ви, ты умираешь. Ебать, ты откуда знаешь? Так, а откуда ты знаешь-то? Откуда знаешь, что я умираю? Глубоко внутри ты боишься. Смерть тебя пугает. Даже если так, тебе-то какое дело? Из всех голосов в твоей голове громче всех тот, что зовет на помощь. Поэтому ты и здесь. Но это считали информацию, посмотри понятно. Вокруг. Скажи, что ты видишь? Синие шторы. Нормально? В зеркалах что-то есть? Где? В каких зеркалах? Ты что, поехал, блядь, совсем? Я ищу девушку, которая здесь работала. Эвелин Паркер. Ты знаешь ее? Где она теперь? Тебе надо смотреть на мир шире. А ты смотришь на частности и мелочи. Не-не-не-не-не, сядь и туда-обратно. Эвелин. Не делай вид, что ты меня знаешь. Мне просто нужны ответы. Тогда задавай правильные вопросы. Нужно ли переживать о том, что уже случилось? Ай, сядь туда, нахуй, мне там лучше слышно. Сейчас ты меня в одно ухо будешь разговаривать, чего я очень близко, не хочу. Так, так, а что случилось? Ты сказал, уже случилось. Не понимаю, пояснишь? Я говорю о тебе. О том, что ты носишь в себе и не показываешь никому. И что это? Ты ведь и сам знаешь ответ. Ну, чип, конечно, чип. Конечно же, чип. Вот, давай сразу. Да уж, он все равно все уже знает. Раз. А теперь подыхаю заново. Еще и не знаю, как это остановить. Ну что, доволен теперь? Тебе хотелось оставить свой след в этом мире. Частицу себя. С этого все началось. Ты хотел, чтобы тебя запомнили. Так, ты давай вот это, блядь, вертикальное положение не принимать. Так, все сразу хотел получить. Не так уж давно это было. Мне хотелось всего и сразу, а потом столько всего случилось. Я теперь уже другой человек, если так подумать. С другой стороны, если уж помирать, так с музыкой. Я хочу оставить хоть какой-то след. А что потом? Думаешь, после смерти ты исчезнешь из этого мира, словно тебя и не было? Лечь. Есть вариант пересесть на стул. Буду жить в памяти людей. Это после чего? Ну, допустим, буду жить. Те, кого я потерял. Ты куда? Живы в моей памяти. Я тоже останусь в чьей-нибудь. Или просто буду чужим голосом в своем же распадающемся теле. Получается, ты будешь влиять на мир, даже когда его покинешь. Интересный приобретает у нас поворот наш диалог. Значит, ты веришь, что смерть еще не конец?
Это радует. Так, подожди-ка. Это пока что все под контролем. Мы одеты, все нормально. Так, а я боюсь того, что меня ждет. Это типа помирать, ну допустим. Мне кажется, я на самом деле боюсь. Просто пытаюсь себя отвлечь, чтобы не думать о пустоте. Как вспомню, прямо жуть. То, что ты чувствуешь, не делает тебя слабым. Наоборот, твои чувства помогают тебе выжить. А, и что теперь? Ну, и к чему мы в итоге пришли? Теперь я должен сказать, что тебе надо делать. Скажи. Да? Ну, говори. Все, легли нахуй. Ты никогда ни перед чем не отступал. Не отступай и сейчас. Ни шагу назад. В этом городе можно умереть, даже когда стоишь в очереди за хот-догом. Но тебя это никогда не останавливало. Ты хотел быть в центре событий с самого детства. Так, прикоснуться. Не, ну пока ждем, пока нормально. Все происходит слишком быстро. Вокруг меня, без меня. Я не успеваю. Это заблуждение. Наш жизненный путь постоянно петляет и преображается. А мы сами каждый день становимся кем-то новым. Перемены, которые происходят в тебе, могут изменить весь мир. Послушай, Ви, не оглядывайся назад. Если надо убить, убивай. Если надо сжечь дотла все, что встречается на пути, пусть горит. Все, что ли? Спасибо за разговор. Я не хочу опять обратно. Никто не хочет, но всем однажды приходится. Что, все? Самурай. Самурай. Что? Самурай, штаны что надевай. Происходит? Чего? Ты остановил сеанс. А не было других вариантов. Я сделал что-то не так? Тебе не понравилось? Не, нормально все, просто не за этим приходил. Все нормально. У меня последнее время слишком многое крутится в голове. Ты помог немного развеяться. Ага. Для этого облака и существуют. Ну, нормально, в принципе. Теперь да. Понимаю, зачем люди сюда приходят. Правда, я тут по другому поводу. Ну, расскажи давай, заебал. Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Нихуя у меня ботинки модные. Ты уж извини, но у нас так нельзя. Я не могу рассказывать тебе ничего про наш кукольный дом. У меня могут быть неприятности. Давай ты лучше уйдешь. Ну, слышь! Так, это помоги мне, это угрожать, это платить. Ну, угрожать-то, наверное, вряд ли. Давайте за 900 информацию получим. Мне очень нужна инфа. Нельзя ее убить-то. Эвелин тут нет. Да я и не знаю ее почти. Ничем не могу помочь. Я заплачу сколько нужно, постарайся вспомнить. Нам нельзя брать деньги с клиентов. Оплата проходит через администраторов. Я не могу вот так просто. Говори, и я сообщу. Куда надо? Ну, давайте вот так вот. А до меня ее никто не искал? Ничего необычного не помнишь? У нее был скандал с клиентом. Подробностей я не знаю. О таких вещах у нас тут не спрашивают. Том, наверное, знает. Они с Эвелин общались. Спроси его, а меня оставь в покое. Кто такой Том? Том, кто это? Друг Эвелин. Они в свободное время всегда тусили вместе. Где мне его искать? Он работает здесь, куклой. Кабинка 2 в зоне для випов. Спасибо. Не за что. И не приходи ко мне больше никогда. Почему? Я тебя не избил, никуда не сдал, блядь. На голову не нассал тебе. В чем проблема? Ты что, ну, попиздели, поговорили? Или ты обиделся?
Я вообще тут, ну, попиздеть, ну что там, блядь, ладно, надо было тебе в ёбочек кидать. Так, хорошо, посидели. Посидели, потусили, но не это мы просили. Ах, нихуя у тебя маска, это защита всякая, да? Ничего так, но я бы лучше живьём поглядел на такие-то ляжки. Так иди оплати и смотри, пришёл, блядь, на голограммы смотреть. Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа в VIP-зону. А я говорю, есть. А я говорю, нет. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, еблан. Ты вообще понимаешь, кто я? Какие-то проблемы. Этот дебил не хочет меня пускать. Я тут уже полчаса стою. Насколько я вижу, ваш пропуск в VIP-зону был аннулирован. Что ты сказал? Держите себя в руках, или нам придется вас вывести. Че, все? Эй, блядь. Всегда найдется. Не деловой. Понял. Так, да. А, мне не сюда. Я думаю, мне в VIP-зону надо. Открыть силы и открыть авторизации не пройдено. А как же я открою, если у меня не хватает ни того, ни этого? Как же я пройду тогда? А, позвонить. Алло! Пустите, пожалуйста. А, сюда что? Ну, блядь. Так, чувака надо в туалете ударить, да? Схватить. Совершить несмертельное обезвреживание. Давайте так. Как-то он мимо него просекся, ну ладно. Так, мне нужен лут. Ага. Катана взять возьму. Чтоб не дрался со мной. Так, а куда тебя спрятать? Секунду. Тут есть какая-то мусорка. О, давайте-ка в кабинку его спрячем. Поднять тело. Поднять тело, положу в кабинку и закрою. Чтоб беспалево было. Так, полежи пока здесь. Как тебя бросить-то? Бросить я. Все, сиди пока. Только руку унитаз снесу, и мало ли что там было. Так, как это закрыть? Блять, ну серьезно, что ли? А это что такое? А, это посмотри. Зеркало нам не надо. Хотя мы в шапке, можно посмотреть. Не понял, блядь. А волосы-то где? Ты чё? Когда волосы-то ушли? Только что же были недавно. Блядь, что с ним делать-то? Ну, меня спалят, мне не закрывается ничего. Все сюда? Так, открыть авторизацию не пройдено. Как же она не пройдена, когда я у него что-то забрал? Можно, да? А, спасибо. Опа. Может, не спалюсь? Да, я готов. У меня еще и железо новое. Это что? Мотоцикл, блядь. Он встает сейчас? А колеса этот почет покидался. Все равно. Хоть бы этот не пиздел, не по делу. Два секс-зомби за один день – это слишком много, даже для меня. Ну, пойдемте. Так, здорово. Привет. Привет. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Нормально все. Я не очень понимаю. А у меня нет твоих данных. Я даже не знаю, что делать. Надо просто попиздеть. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Кто такой Дубман? Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Само окей. Собой. Пойдемте к Дубману. Все? Может, этот Дубман нам разъяснит, что... Может, разъяснить, пойдемте, пойдемте. Хотя я бы особо не надеялся. Здесь как-то не густо. У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь. Опа! Фиолетовый лут! Нихуя себе, фиолетовая катана. Это хорошо. Фиолетовая катана мне пригодится. Собираю все, потом продам. Денег будет полно. Так, не понял. Спокой. Кто нахуй? Кто такой? Что случилось? Не понял. Это меня здесь не должны были видеть, что ли? Хорошо. Ну, я нашел кабинет Дубана, как к нему попасть? Так, ты не Дубан там в случае, нет? Да, схватить. Да, окей.
Не буду никого убивать, просто пусть лежит. Опа, уравнецкие дали. Я надеюсь, сюда никто не зайдет. Пусть пока... А, это тоже будет. Так, поднять тело. Хорошо. Перевод $1000! Вообще просто так прилетело, понял? $1000 за то, что его просто положил. Так, вот здесь посиди, типа ты отдыхаешь. Сделай вид, что ты устал. Вот так все. Все нормально. А здесь тоже можно? Без проблем. Тихо. Это кто? Снизу кто-то или сверху? Бля, миссии пошли, наконец-то. Здравствуйте, мистер Думан. Рассказывай быстрей. Эй, клиентам сюда вход запрещен. Я не клиент. Приятного. Если не трудно, закрой дверь с той стороны. Ты же видишь, я очень занят. Приятного, говорю, давай Эвелин рассказывай. Паркер. У нас тут такая не работает. Не пизди. Раньше работала. Что с ней стало? Наверное, исполнила мечту всех кукол. И охмурила какого-нибудь богатого оленя. Ну ты же пиздишь. Ну ты же нагло мне врешь. Мой тебе совет. Попробуй лучше Рокси из второй кабинки. Во второй кабинке не Рокси, шопа, не ври. Такая же круглая. Остальное чип доработает. Разницы не почувствуешь. Так, давай договоримся с тобой. Попробуем как-нибудь. Я вижу, ты человек деловой. Мне кажется, мы с тобой договоримся. А мне кажется, что ты маньяк, который охотится за своими бывшими по всему городу. Ну это ладно. Я тебя слушаю. Так, вот это вот. Что? У тебя типа все схвачено? Сидишь в кладовке и считаешь себя большим начальником, да? Ух, да ты, сука, читаешь мысли не хуже нашего алгоритма. Подумать только. Такой талант пропадает. Как думаешь, кто стоит за твоими так называемыми боссами из тигриных когтей? Что значит? Он в конце концов сейчас будет с ним драться, что ли? У боссов из тигриных когтей тоже есть боссы. Просто тебе из твоей канавы их не видно. А ты типа птица высокого полета? Скажем так, один человек из клана Арасака будет очень недоволен, если узнает, что Эвелин кто-то обидел. И что ты это допустил. Ладно, ладно. Я расскажу все, как есть. Тихо, тихо, он уходит, 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 пиздобол. А, нет. Твоя тёлка, как её, Паркер? Её тут нет. Да, это, блядь, я уже давно понял. Где она сейчас? Думаешь, ты во всём разбираешься? Да нихера подобного. Это ты к чему? Хуила, скажи мне, что происходит. Куклы тут сидят не потому, что по жизни любят ебаться хрен знает с кем. Они работают. Их задача приносить доход. Ну? Слушай, давай перейдем к делу. Что в итоге стало с Эвелин? Сверху поступил приказ ее утилизировать. Ты ее убил? Нет. Я нашел рипера, который хотел на нее посмотреть. Сказал, что как-нибудь починит. И зачем? То есть ты отправил ее к риперу, несмотря на приказ? Не слишком ли смело для тебя? Ну, ёб твою мать! У меня же тут не бойня. Ликвидация — это крайняя мера. И я всегда звоню семье, если она есть. Ну как по-твоему, сколько папочек захотят ухаживать за мелкими шлюхами, которые скатываются в киберпсихоз? Немного. Выбрасывать их на улицу — тоже не вариант. Это испортит нам репутацию. Ну да, тут получается. О, а почему мерзкий? Он заботится о них, как это получается. Ну, да, понимаю. Главное, чтобы не пуля в лоб. Знаешь, а ведь все куклы так говорят. Ты начинаешь мне нравиться. Работу часом не ищешь? Не, пока не ищу. Пока на бирже стою, все нормально. Где рипер? Давай фамилию и адрес рипера. Фамилии не знаю. Не зли меня. Очень надо. Зовут его Фингерс. У него клиника в переулке по Чпок-стрит. Там и ищи эту свою Эвелин. Чпок-стрит. И больше тут не показывайся. Ясно? Ясно, хули. Поезжай лучше на лифте. Чем быстрее ты отсюда съебешь, тем лучше. Ясно. Так, спиздить ничего нельзя у тебя здесь, да? Доктор, ну давай, Фингерс, давай. Чпок-стрит.
Прям влажная мечта студентки. Да, звучит так себе. Звучит так себе, я поехал. Подожди, тут камера есть, их можно было взламывать. Ну, поехали. Поехали, поехали. Ага, первый этаж. Так, ну, в принципе, на этом на сегодня можно заканчивать. Я на первом этаже, выйдем, наверное, сюда. Выйдем, сделаем быстрое сохранение и закончим на сегодня. Раз, два. Не забывайте свое оружие. Вот это, кстати, очень важно, забрать оружие. Оно обратно все поставилось на меня или что? Ну, конечно, блядь, поставится. Конечно, блядь, поставится. Да, я так и подумал, нахуй. Так, 108. 100. Окей, тут выбор очевиден. Блядь, плохо, что все назад само по себе не ставится. Так, винтовка прихуячена. Подожди, сюда дробовик должен быть прихуячен. Дробовик и, соответственно, винтовочка на троечка. Вот так. Вот так. У меня глан вроде на этих здесь с волосами, а там что-то лысый в зеркале. Хорошего дня. Как это работает, непонятно. Если вы хотите снова оказаться в облаках, будем рады помочь. Да вряд ли, нет, наверное, не пойду больше. Не приду я к вам больше, нахуй это надо. Выйти из облаков. Вот, собственно, 8 уровень, очки характеристик. Возможно, мы, я где-то между сериями все-таки это посмотрю и окончательно определюсь, куда же их качать. А на этом все. F5 нажму. Ссылка на плейс в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, называйте про колокольчик. Ставьте там все уведомления. И всем трех встреч, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.